Всем привет! В этом видео у меня необычный тиммейт. Если вы смотрели мой недавний стрим, который длился 16 часов, то вы его вспомните. Молодой человек, 13 лет, у которого 3000 часов в расте. Первая моя идея на вай была это выжить на сервере по его тактике, но он не играет на модах, только классика. Поэтому я решил ему показать онлайн защиту нашей базы. Что у нас из этого получилось, вы узнаете в этом ролике. В моем телеграм-канале я публиковал свои настройки, не забудьте подписаться. 30 числа я буду играть на клановом сервере Раскасты. Клановый сервер вайпается во вторник и субботу в 14:00. Увидимся на клановом сервере. У тебя ник в стиме какой? Бот так? Да. Ага, я тебе откинул спальник. Ну, скажи. Так, где мы вообще живем? Слушай, мы... А, знаешь, что мы можем сделать? Тут здесь же Макс 2? Переехать? Да, почему? У нас место такое. Ну, а что здесь сделать? Нам бы какое-нибудь место бы сделать. Интересно, смотри, что мы можем сделать из интересных идей. Мы можем сейчас захватить олл-риги все и нафармить этих МЛРС и кого-то побахать вот так. А здесь есть кастомки воздушные? А нет, тут нету, тут нету кастомок. Мы можем, в принципе, в этой кибитке жить. Сейчас ее немножко апнуть. Не знаю, с ракетами, конечно, могут вынести. Если в БК мы закатаемся. Ты же знаешь, что здесь... Ну, ты ее вообще на касте играл, правильно? Я? Ну, да. Где-то года два назад. У меня даже и остались самые старые, короче. Там же переделали китуна, и вот Турку, а у меня они старые там остались до сих пор много. Давай, знаешь, что сделаем сейчас? Пойдем, разомнемся немного, побегаем. А там уже посмотрим. Скоро калаши, я думаю, на калашах будет поинтереснее. А так, я бы захватил сейчас... Ну, точнее, я бы немножко сейчас бы поантирейдил. Получил бы сетики. Вот, и... Отстроил бы более-менее какой-нибудь дом, который мы смогли бы задефать. Здесь ребята не как на фасте играют, здесь нам полегче будет. Если у тебя завалялись ненужные скины, рекомендую тебе сайт Rust Reaper. Ты можешь получить 50 центов, введя мой промокод HUNGRY. Вы можете пополнить свой баланс любыми видами оплаты и получить 50% бонус. Мой любимый режим – это апгрейд. Здесь с помощью монеток ты можешь получить почти любой скин. Но также на сайте есть очень много разных режимов, которые тебе точно понравятся. В группе ВКонтакте Rust Reaper часто проходят розыгрыши. Подпишись, чтобы не пропустить. Все ссылки в описании. Всем приятного просмотра. Так, получается сейчас... А, внизу он тип бегает с фонариком, да. Зармешь отсюда по нему? Ну, или подождем? Подожди, вот за листвой. Там по дому еще один. Давай лучше по дому вот чувак еще, давай. Раз, два, три, пять. Я убил. Найс. Он голый, что ли, был? Не знаю, походу. Ну, красненький. Я вот 4 или 5 часов дал. Да, вообще не понял. Он сейчас закрепит. Еще 16 дал. Сейчас. Я хотя бы не дискрафчик, то вообще голый. Я ничего не вижу. Но где-то он сидит, или я вижу лазер. Он тебя навряд ли залутал, чекни себя. Это тип, да, он здесь сидит, это тип. Убил? Нет, я ему 2000 дал, проверить он. Сейчас убью. Он за дом. Он за скалой. А, понял. Башка, тычка, тычка. Захита дал, ага. Ну, патрон мало, надо патроны забрать. Могу принять ТП. Я не знаю, откуда по мне стреляли, но я красный. Я на дороге. Ага. Убил. Найс. Меня убил из дома. Я понял. Я полетел в отпуск, сейчас куплю нам буры, нам хотя бы немножко пофармить. Давай, это печки. Решили. Я думаю, сейчас пофармим немного и переедем куда-нибудь в хорошее место. Ну, вот это тоже так. Сейчас немножечко подфармим, я думаю. Ну такую кибитку навряд ли будет бахать, но если будет бахать, вот кровати даже нету. Слушай, можно на болоте построиться. О, кстати, у меня идея интересная появилась. А, там кто-то есть. А, там шкафы есть чьи-то. Ну, в принципе, ну, хотя... ВК? А, нет, обычно это еще какое-то ВК. Ну, бахнет, значит. Кстати, можно... А, из таких интересных идей у меня появилось. Давай, может быть, на леднике построимся? На леднике?
занимались. Ну да, есть вот D16, C12, там уже Мэнстит игру. Не-не, это остров. А есть вот. Именно дневники, они не показываются. О, интересный домик нашел. Ну, там на сочельях поставил метку. МВКшный. Может быть, что-то будет. Нам МВК надо много. Если мы хотим на леднике строиться. У меня следует... Топит кто-то? Сейчас не убил. Убил? Понял. Так, Улрик. О, маленький Улрик есть. Есть большой Улрик. Ну что, готов? Можно залететь, нам коптер нужен. Сейчас как прилетим домой, скрафтим. И не знаю, мы пойдем занимать места под эти, под домик, посмотрим, что там есть вообще. Но нам нужно много скрапа, нам нужно ПВОшки, нам нужно все такое. Я полетел домой. Так, сейчас сразу на большой полетим, нам хотя нам без разницы, в принципе. А, нам маленький ближе. А, на маленький вызвали, готов? На маленький, да, на маленький щелик. Это что ж такое? Я думаю, мы влетаем, так? Мы влетаем, да. Мы влетаем, скорее всего, на эту. На площадку. Они открыты, кажется, по 7 минут, поэтому нормально. Сейчас успеем перетопекаться. Они вообще, походу, на эти самые на лодке приехали. Не, коптер стоит. На коптере. Ну, вот так вот скоро. Там тип. Они в хате возле. Побил? Угу. Меня убили? Минус 50 у него. Я понял, я не пушу, я лучше тебя подожду, такой давай. Пошли слева пойдем. А он снизу. А я сдох. Убил его. Найс. Я вообще прыгну что-то. Тут еще кто-то есть. Минус тип, минус один, их двое. Где они? Второй этаж, или третий, не знаю. Тихо, я лечь трогаю. Они не поняли, где я. Я на кран сел, там где жарко сижу. Побил. Угу, что-то поделал, все найду. Ты водолаза, блин. Так, рейд 5 минут. Коптер. А, понял, нет. Тычка. Он разбиться должен был. Да, они дропнулись. Он разбился один. Он один был. Да? Вроде, да. А, это упал этот набор для этого, чтобы вызывать. Не помню название. Угу. Модуль. Модуль, да. Модуль. Я домой? А, да, топляк, нет. Топляк, топляк, топляк. Сколько 193? Возьми топляк, пока летит, на тебя топлякнусь. Угу. Потом приземлишься где-нибудь. Я полетел домой. Так, я выберу сейчас высоту. Приземляемся опять же на эту площадку. Угу. Я пушить сейчас не буду. Прыгай. Тишина такая. Я не вижу. Не потом, что защищали всех. В комнате, где щенок? Убил одного? Нет, знаешь. Убил второго. Щенок открылся. Мы прям в тайминг попали. Ничего интересного. Ничего. У них тут скрапа немного. Топ-сет. Морковка. У нас гранников нормально прям. Нам нужно найти бы сам граник. Нормально, 5 фишек у нас уже есть. Ну вот потом, щепанное, пока они в блоке. Нам бы такой ледник, чтобы могли мы турели, ПВОшки поставить, и чтоб такой дом, чтобы нас не бахнули. Потому что мы тогда жили вообще на такой, как он, на, ну, может, кстати, на летающем доме. Мы построили просто МВК-шную кибитку 5 на 5, нас не могли зарейдить никто. Нам бы такой одинокий ледник. Кстати, вот впереди такой ледник. А, ну снизу могут закидать, в принципе. Ну это он интересный, правда, ледник. Ну маленький, правда. А, это вообще дом? Что это такое вообще? А вот впереди большой какой-то ледник, можно там что-то построить. Нам что, считай, ВК-шную такую ветку базу, и все, и ПВУшки, и турели.
И антирейд. Опа. Впереди дом. Блин, его бахнуть бы. Метку поставил. Либо вот. А, тут база. Там мейн. Мейн, да. Может сейчас ледники типа бахать, может быть что-нибудь окупимся. Тот большой особенно. Да что ж такое, и тут-то. Это, кстати, мейн у чуваков. Ой. Очки. Мне кажется, у бахнуть можно прям сейчас. О, кстати, да. Давай лучше этот он. Если будет. Да, поставил метку. Ледники закончились. Ну все, тогда возвращаемся сейчас. Убираем, какой есть. Вот это взорвем. Не, это взорвем. Давай вот здесь построимся тогда. А, ну тут им, конечно, бах. А, нет, тут турели можно понатыкать, в принципе. Нам хватит места под дом. Не, ну в принципе, сейчас что-нибудь придумаю. Я полетел домой. Здесь сейчас надо будет поставить. Так, все готово, надо только МВК двери. И отстрел достроить. Все там пока ящики кину. Ну, в принципе, такой домик, если мы сейчас укрепимся турелями и... турелями и этими... ложками, то в онлайне они нас не бахнут. Надо шкуру поставить, чтобы не закидали скины. А, ну, кстати, тоже логично, да. Надо будет поставить. Так, а что, мне не хватает дерева? Ага. Интересно, куда они бахнут? Крышу думаешь? Ну, мы так и так на крышу слетаем. С ним будет вообще не трогать. Крыша. Ну-ка, да, слышь. Нет. А, нет. Смотри. Блин, спускаться опасно. Это ты сейчас? Да. Я на крыше еще. Мне к тебе? Давай, да. Я понял, Даня. Эх, поехали. У нас 13 секунд. Патроны. Патроны, скинь, пожалуйста. Патроны, скинь, пожалуйста, я забыл. Держи. Они сейчас. Я знаю, ломай быстрее. Сломай чуть-чуть. На, бобусы. Подожди. Шкаф есть. Малять. Так, кровати две скрафтил. Короче, у нас кровати будут как? Две бытовые, ну, то есть полкрутовой, первый этаж. И, скорее всего, сейчас стрелочные еще поставлю. Нам гантрап еще нужно немного. Я уверен, нас придут бахать, потому что дом далека, как дом какого-то дебила. Типа новичка. Так, все окей у нас по дому, все хорошо. Турели бы побольше, ПВОшек бы еще нам сюда. Да и в принципе мы готовы. Ну, компонент надо нафармить нам сейчас ресурсы. Ну, либо антирейдить. У нас не очень. Так, ну, в принципе, в зиме должны быть кибитки интересные. А, я взял все, кроме стенок опять. Да ё-моё, а. Давайте с этой самой туда же. Где мы туда были? Или нет? Давай посмотрим. Тут такой бомж биом, поэтому даже должен кто-то быть. Вон двое внизу бегают. Прожекторы какие-то. На доме слева. Так, во. Ебать, что это такое? Готовься прыгать. Я упал, ты живой? Я живой. Ты куда делся? А, флайхак у тебя. Я вылетел. Ой, боже. Ты видел там количество ПВОшек? Я видел. А что такое? Меня еще залагало. Пес было, я не знаю, кем уже. Я сейчас призываю. 5000. Тебя залутали. И меня залутали. Но не убивали. Это все ужасно. Я поставил метку на этот дом. Надо его будет убрать отсюда нафиг, потом на ракетах. Залутал? Да. Вон, впереди. Слушай, нормальный дом бахают. Но мне кажется, внутри уже. Так, а как они туда залезли, интересно? Ага, да, вижу. Они, короче, с другой стороны. Лестница. Угу. Но они уже нормально прошли. Так, я их кибитки не вижу. А, сверху вижу кибитку их. Один там умер сейчас у них, голый бежит туда.
Бежи домой. Не попал. Яичко, бля, ты 4 тысячи. Убила. Найс. Я добиваю. Ти бежит. Дома. У 94. А, я не могу стрелять. Дом. Я ты добил его? Добил? Нет. Убила на доме. Угу. Набил. Сам 37. Имею в виду, не кибит сверху. Угу. Сейчас берег слутаю. А тут эфок много. Я залутал. Мне в онлайне рейдит. Онлайне? Сильно. Так. Выходит уже. Шум. Ай! Я за инсайд. Я живой. Там тип. Я знаю. Все нормально, нормально. Так. Надеюсь, у них гранат нету. Сюда лезь. А, там... тип, это самая щелка. Понял, понял, подожди. Понял. Там, если надо вылазить. Сейчас. Yes. Убил одного. Угу. Убил второго. Найс. Слева, красный. Угу. Так, у меня есть сочельник. Блин, нам бы тем кибитку бахнуть. Ну там турели. Сейчас, сейчас, сейчас. Ух ты, чуть не умер, подожди. Угу, ну сдох от своей жевки. Я вижу его труп. Я сейчас пробегу. Я залутал его. Я тебе помогаю или дверь чекаю? Чекаю пока дверь. Выход в пиздец. Я живой. Живой? Да, я живой. Отлично, отлично, отлично. Блин, сейчас сколько гранат у тебя? У меня много очень. Тебе дать? Не, подожди. Я просто их кибитку бабахнул. Залезли? Ну, стреляли-то кто? Ну, наверное. Там турель есть. Там Томик турель. Сейчас нам туда надо вниз попасть, тогда он будет более безопаснее. Так, там лутовая, кажется. А, лутовая, типа? Кажется, да. Жди. Аккуратно. Там ящики видел, там ящики. Тихо, я туда их кидаю. Давай, давай, давай. Я чекаю вход. Давай тебе ко мне. Чекаю тебе спину. Ну что, не коцаешь его? Нет. Я не мог прокинуть нормально. Я понял, сломай эту херню. Сломай печку. Вверху тут-то есть, я видел. Убил одного. Сломал. Хорошо. К нам не залезут, пойди сзади уже. Так, ну надо чекать. У тебя лестница есть? У меня есть. Подожди-ка. Надо сюда хочешь строить? Не, надо чекнуть, что там. Uh-huh. Одного я там сейчас убил. Давай на размене вниз попробуем. Размене, давай. Давай первый. Ай, я косягнул. Так, там двое сидят по углам. Просто стой там, просто жди меня. Там двое по углам. Я заломаю лестнику и чё? Я лестнику сломал, ко мне не залезу. Теперь я чек просто дырку и всё. Uh-huh. Под скалой тип убить или не надо? Я думаю убить. Сейчас, секунду. Убить его? А, не убили, понял. Убил на доме. Под скалой. Убил этого. Найс. Надо добить. А, он сдох. Еда. Да, я плыву. Я хочу не скинуться. Я живой. Я красный, но живой. Ладно, давай. Дропаемся. Смотри, стоп, сейчас. Подожди, смотри. Ой. По идее, один вот здесь стоял, а там и другой вот там. У тебя ежевика есть? Дай мне, пожалуйста, немножко ежевики. Шансы выдал. Четыре. Давай, короче, вдвоем. Просто. И начинаем. Давай. На счет три. Давай, налево, ты направо. Давай. Раз, два, три. Один дед. Второй дед. Все. Все. Найс. Теперь контролируем эту дырку. Сейчас я эфки беру. Хотя зачем мне эфки? Все, я сижу. Нам эфки закидывают, получается. Ну что, по рефам я выхожу. Я сижу возле шкафа, короче, в дырке. Там шкаф есть? Да, вот шкаф у меня. А открытый, нет? Да. Одна минута, мы устраиваемся, если мы работаем. Хорошо, там рейсы можешь подготовить пока? Я скрафтил, да. Будем планировать все скрафтить.
Тебе нужно... ебать, тут сильно. Я знаю, знаю. Смотри, нам нужно сейчас дырку контролить, ты спальник еще сломать. Там чел будет дропаться. Кровать. Забей, 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 забей на него. Чел хотя хочет дропаться. Хорошо. Тихо. Канат кидают. Убил нахуй. Отлично. РБ хотят поставить. Приготовься, режься. Они, может, не успеют РБ поставить. Я думаю, успеют. Там на котисной стенке были, я видел. У меня залагал сервер. Алло. Ты вылетел, братан. А вылетел? Да. РБ поставили. РБ поставили. Блять, братан, это такой бот, нахуй. Пиздец, я не попал по нему. Он, блядь, побежал, прыгнул сразу и вниз побежал. Сука. Сколько тебе? А сколько там у нас есть? Оставь туда хотя бы 1000. 500. А, скинь меня. Сейчас распакну его. Дай калаш, что ты как пидорас. Дай калаш. Дай калаш. Ах, ты сука, да. Я тебя на комбате выебать. Ты на комбате? Спокойно, как можно. Кого? А тут ты дебил. Ну не воду, понял? Не, про мне вовремя отошел. Поднимаюсь. Угу. Там надо турель еще поставить. Они к нам летели? Я положил его и сам упал. Вторую стенку поставил, сейчас буду летать, скорее всего. Там есть. Убили. Ух ты! Сначала переехали. Ёб твою мать! Посмотри на него! Лутай! Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Коптер, коптер, коптер. Угу. Одного убил. Блять, я в себя все зажало. Убил его. О, еще 75 сочей. Дед. Привет, Хангри, как дела? Они нас узнали, если что. Хангри. Нет, он кричит твой чат. Ты можешь ТП на меня сделать? Молчишь. Алло. Или алло, алло. Одного убил. Подожди-ка, сейчас я. А, они лестницу сломали, ёб твою мать. Секунду, секунду. Секунду. Он не супал. Одного я убил. Это у нас эти гранаты рекать можно. Сейчас надо турели переставлять. Поконтроль крышу, пожалуйста, залезь туда. Один, два, три. Блин, меня до сих пор не записывался. Блин, как меня это бесит иногда.
Можешь мне кинуть немного дерева трейдом? Все окей, я разобрался. Сто, двести... Короче, 350 чель. Угу. Отлично, мне перезаходить? Случилось интересное совпадение. У меня был баг на сервере, когда я открывал меню календарь вайпов. У меня вылетало с сервера. Как раз в этот момент я записывал этот отрезок администрации сервера, и у меня вылетело. Еще раз, что случилось? Я только сейчас админом кидал в менюшку, как кикает, и меня кикнуло с сервера. Точка Тима и МВК. Охренеть. Ой. Я только что, я смотрю, прихожу. Я только что сейчас показывал админу, блядь, как то, что кикает, когда ты нажимаешь, блядь, меню, и, блядь, меня просто кикнуло. Ты прикинь, какой это тайминг, блядь, вон нахуй. О, сейчас работает. Отлично. А, меня с ракеты убили. Вот меня тоже. Этот дом нельзя было оставлять на такое длинное время без онлайна. В последнее время я полюбил такие дома, хоть и рейдить приходит. Но в этом вайпе нам не повезло. Подписывайтесь на Трово, Телеграм, ВК-группу. Все ссылки находятся в описании.